Всем привет, ребят, с вами Вулу, на ваших экранах Escape Simulator. Мы уже первую часть были прошли, первую комнату. Блин, чувствуем себя тупыми на самом деле. Нормально, пойдет. Заняло много это очень времени на самом деле. Поумнеем. Да, поумнеем. По крайней мере, мы уже плюс-минус поняли, как это работает, поэтому погнали во вторую комнату. Там уже какие-то вон эти могилы, или что это? Ну да, саркофаги типа. Так, ну что, давайте опять искать, что нам тут есть, куда без вообще выйти. Без подсказок прошли первый уровень, между прочим. Да, между прочим, ну и... Так, ладно, давай все тут разбирать, подкрывать. Так. О, вот это можно передвигать. У меня тут какие-то папирусы. О, смотри, тут, короче, внутри, вот у этих штук, у них значки. Ага, кстати, вижу. И... О, я уже сломал что-то. Ты уже что-то начал поставить, да? Ну ты не видишь, что надо ставить. Ты просто, я так понимаю, на рандом. Да, я просто поставил, да. Кстати, у нас тут монтировка есть. Че, можно стримить что-либо? Можно что-то монтировкой огреть почему-то. О! Кстати, приоткрыл. Там символ внутри на ней. Давай еще мы этой монтировкой приоткроем. Ну да, тут. А тут лев. А тут лев. Давай еще. Тут еще у нас вроде есть. Не понял. Свиток. О, я ключ нашел. Смотри, не работает, она не открывается. Типа, ну, это не дает. Скорее всего, это, вот... надо, это головоломка, да, вот это надо пройти. Подожди, я ключ нашел. Где его? Че тут? Тут монетки, башка. Кстати, эта штука тоже двигается. Но поднять ее нельзя, разбить. Так, опять у нас тут лопата какая-то. Так, ну здесь какой-то... А попробуем монтировкой вот эти ящики раздолбить. Давай попробуем. А, кстати, да, открывается. Угу. А это ваза. Внутри пусто, снизу пусто. О, свитки. В свитках там что-то... Я вот ключ нашел свитки. Давай посмотрим, что тут в этих свитках. Бля, мусорка, мне кажется, чтобы можно было всякие обломки туда просто в этом свитке какие-то символы. Ой, так, а здесь тоже символы. Так. Поэтому у меня два типа свитка. Все, нижний этот не открыть. Но я такой думаю, монтировка нам уже не нужна. Так, но у меня как бы два свитка. В одном какой-то странный этот, там три символа. Там такая типа... Голова непонятная, какие-то эти и какая-то штука. Кстати, три символа. А три символа у нас есть где-нибудь? На три символа похоже вот эта вот штука. Вот это еще слитки. Угу. А у нас есть еще что-то, книга какая-нибудь с нумерологией? Пока не видел. О, кстати, а я получил этот. Да не получил, смотри, видишь, я держу в руках какая-то. Тут... вот, помнишь, это, скорее всего, в тех емкостях, которые ты передвигал, там находятся какие-то эти. Да, да. Нужно понять, куда это, короче, куда смотри, я понял. Норс, север... Норс, север... Скорее всего, надо... Север, блядь. Ну, видишь, норс, ист... А компас есть? Вот, скорее всего, надо где-то какой-то компас найти и... Я надо... нашел. Кого, компас? Да, он тут лежал. Вот, поэтому смотри. Я тебе сейчас скажу поэтому. Так, но север. Север нужно легкие поставить. На северную кнопку нужно легкие поставить. Так, а север у нас по-английскому это будет... North, North. Да, тогда север у нас... Третий компас. Вот это север у нас. И легкие туда нужно поставить. И вот это вот. Так, значит, север у нас в той стороне, да? Да. Так, хорошо, сейчас идем дальше. Ист. Ист, это, насколько я помню, восток. Туда надо... Восток. Блядь, а что это такое? Печень? Это печень, наверное. Не, это желудок, это желудок. Да. Это желудок. На восток желудок. А восток это справа. Угу. Так, значит, соус это юг, юг это печень, это точно печень. А запад надо кишки.
Теперь, я не знаю, вот есть головы, вот такие вот. Две у меня. Надо еще две найти. Наверное, это типа в каком животном что находится. А-а-а. Ну, это обезьяна. Ну, обезьяна, наверное, типа легкие, наверное. Да, понятно. Значит, еще надо. Ты уверен, что легкие? Да хуй знает. Значит, еще надо где-то головы найти. Кстати, а тут есть шарики вот эти с весом. Видишь? Угу. То есть надо, наверное, как-то уравнять их. Это что дает? Надо где-то какие-то еще шарики. Тут еще какие-то символы, видишь? Угу, да-да-да. Тут рука какая-то, что-то просит положить. Может быть, руки какой-нибудь этот надо? Классно. Есть еще вот такая золотая. Вот. Тут кнопки какие-то, так, а если все нажать? Нет, наверное, надо какие-то именно нажать, а какие-то оставить. Ну, смотри, мы же скоробей видели. О, вот, подожди, скоробей. Тут еще шарики. Тут еще шарики есть. Шарик с... Раундстоун. Скоробей, блеб. А, бля, смотри, какая штука интересная. Да, а, да. Смотри, тут фишка в чем? Есть три шарика. Шарик с вот этими фигурами, видишь? Волна, сова и змея. Да, да. А есть три шарика тут. Каждый своим весом. Я так понимаю, нужно уравнять шарики и понять, какой шарик к какому номеру относится. Так, это у нас двойка. Двойка, давай попробуй положить. Так, это тяжелее, да, значит. О, вот, волна. Ровно. То есть волна это двойка. Ставь там двойку. Ага. Так, это тубер. Ёлки-палки. Ладно. Я возьму. Давай. Так, теперь кладу сюда шестерку. Давай попробуем этот. Ага, не хватает. Ага, стоп. Вот, а вот нет. Ну-ка дай-ка сюда, скорее всего, надо... А, я понял, скорее всего... Мы же знаем, что получится, волна это двойка? Да. Такой же суммировать, типа. Да, суммировать. Волна. И... Допустим... Единичка. Нет. Нет. Ну так два не это подходит. 4 получается. Много. А, попробуй просто этот шестер. Это 5, блять, какая 6. Ну 5, да, ну не суть, блять. А кинь сюда двойку. Сколько, какое число тут вообще максимально-то? Вообще 9 здесь максимум вообще. Кинь вот сюда вот еще двойку, чтобы семерка здесь получилась. Так, подожди, мы знаем волну, правильно? Нам нужно уравнять... Вот, допустим, я кладу сюда змею. Нам надо кинуть... Допустим, давай кину самый большой. Много. Значит, забираем ее. Кидаю сюда двойку. Не хватает. Кидаю сюда единичку. Не хватает. Кинь еще воду. Не хватает. О, значит, 4. Это 3. Нет, 4. Алло, тут... Волна, да, двойка, 4. И это двойка, 4. Это что это? Это змея. Змея у нас 4. Ну, я думаю, тут можно просто вот так вот потыкать. Ну, а, бля, вроде... так неинтересно. Ты заебёшь. Ну, сука, что? И сколько казалось? 6, по-моему. 6, значит, ну ладно. И это у нас маска волка какого-то. Головоломки, блядь. Хуя себе, блядь, прикольно. Так, это маска волка, да, ты получил? Угу. Так, ну хорошо, с этой головоломкой мы вроде закончили. Наверное, вот это как-то открыть надо. А ну, тут, наверное, открыть, надо этого жука протянуть как-то. Надо понять еще, куда монетки заглубинить. Может, тебе монетки? Нет. А-а-а, я понял, в чем фишка этой. Когда ты водишь жуком... то он рисует линию. Да, это я увидел. Так. Значит, так. Надо, я так понимаю, все линии закрасить. Нет, там, наверное, просто какой-то определенный код есть, и все. Наверное, вот здесь надо что-то решить. Думаешь? Да. О, надо... я что-то сделал?
Охереть. Тоже на рандом, я решил, не, ну блядь, ну я как бы ходил просто фишки. Ну подожди, да. А где это такой символ? Квадрат и этот. Наверняка в каком-нибудь папирусе он есть. Нет, не здесь. Это вот ему, наверное, да. А чё ему во вторую руку дать? Сердце, короче, вот сюда. А, вот, смотри, ему, короче, вот эту херту и что это, легкая часть легкая. Легкая? Это не легкая, это какая-то... Ну, я не знаю, что это. Кусок так, что вот здесь делать? С вот этими вот. Кстати, а тут нарисована фигурка двух крылышек каких-то. А, бля, а вот, смотри, ребята, держат. Держат, ребята, вижу. Во, видишь, это была как раз таки фигура, нахуй, которую надо было нарисовать. Ты на рандом решил. Ну, блядь, я случайно получилось, блядь. Ну, по крайней мере, мы видим, что подсказка к ней была. Так, а зачем нам вот эти всякие подсказки, типа лев, скоробей? А, лев... А, вот они чё. Смотри, нам еще нужно найти какие-то эти. Что ты раскладываешь этих? Да я смотрю, что тут нарисовано. Смотри, сюда иди, видишь? Внутри саркофага нарисован скоробей, а внутри этого саркофага лев. Это внутри вот этого все... саркофага вот эти вот. И оба-на. Видал как? Еще одна башка. Да, только теперь надо понять, какая башка к чему относится. Но это мы долго будем перебирать. Мне кажется, нет. Мне кажется, чтобы они надо, чтобы все в центр смотрели. Тут дело не в этом, наверное. А не видишь, они как-то... А не видишь, как ты на разные ставишь их, и они как-то это по-разному, да. Ну, смотрят. Не, я думаю, тут не в этом дело. Я думаю, скорее всего, просто надо понять, какому типу это и какая голова становится. Надо поищи по манускриптам. Наверняка что-то по манускриптам этим есть. Я сейчас посмотрю еще раз вот это вот. Бля, подожди, а может быть в моей подсказке написано про головы что-то, но я просто по-английски не понимаю. Да нет, это наверное как их поставить. Просто... Ну да, потому что я не вижу тут ничего не связано ни с волком, ни с обезьяной, я бы, ну, заметил. Подожди, the baboon headed. Бабуин headed. Видишь? Вот написано. У самой первой, у эти baboon headed. Это голова бабуина, наверное. Бабун. Jackal headed. Jackal headed. Видишь, вот Jackal headed human. То есть человеческая голова на эти. Бабуина. На. Бабуина ставь на легкие. Бабуин, где бабуин? Ну, обезьяна. Да, я понял. Человеческую голову ставь на эту, на печень. Ага. А потом... Волкан. Falcon headed. А Falcon? Что такое Falcon, блядь? Это, наверное... Может быть... Орел. А? Орел, наверное. Да, может быть. Это на кишки. О, блядь, ты прикинь нахуй. Ебать! Это вообще что-то изи как-то было. Ну, бля, изи не изи, но мы, блядь, видишь как... Сколько времени у нас осталось? Минуты 35 еще спели. Ты прикинь, нахуй. Или. Просто умные, блядь, какие, нахуй. Мы, блядь, справились меньше, чем за 15 минут, нахуй. Пошли на еще одну, нахуй, пахнем. Сразу второй. Че мы так умные разошлись, блядь? Так, опа. Погнали опять. Всякие... О, это че, рация? Радио? Так, у меня есть... у меня есть тушенка какая-то. И ложка. Там опять какие-то... Что ты там крутишь? Это вклыкал. А, вклыкал? Ну тут открылась вот дверца, там токен был. А, ну мы его только сейчас забрали. Ну ладно, с рацией мы посмотрим. Так, опять тушенка. Это что? Это у нас книжечка, записочка. Так, отойди немножко. Я это.
Мне кажется, тушенку открыть можно. Возможно. Так, это мусор. Так, это надо, наверное, разбить. Мусор, нету. Мусор. Где мусорка? Мусорка вон там. Вот. Надо в нее скидывать все эти. Shift LKM быстро в инвентарь берешь. Так, и... Топор и кирпич. Это нельзя разбить. Так, а что там за рисунок нарисован на этой книжечке? Тут у нас нарисованы всякие... А, то есть, типа, это показывает, что надо соединить в какой-то этой миске. Нам нужно соединить какую-то фигуру совы, козла, голову собаки. И все в миску положить. Нам надо все это положить в миску. Теперь вопрос такой. Вот здесь какие-то... А, еще таким. Здесь какие-то херовины внутри. Так, тут по всей вот этой херне какие-то символы. А, и вот тут пары. Раз, два. Ага, я вижу три пары. Смотри, видишь вот здесь вот пары эти? Давай, чё? Вот смотри, нет. тут на сундуке показаны пары фигур. Угу. Объединенные, левая, правая. И здесь вот фигуры есть. Тоже вот по, ага, парам объединенные. Надо как-то соединить. Четыре их, а там... 3. А на всех стенках вот тут. На одной стене, на второй стене, да, и на третьей стене. 3, да. То есть получается лодка со львом? Лодка со львом. Лев у нас где есть? Вот здесь есть лев. Вот тут есть лев. Только там лодка с хвостиком, да, вот нижняя. Вот это? Что потом там еще есть? Нога с совой, которая смотрит на тебя. Вот это типа? Да. И что еще там есть? Домик с каким-то пеликаном. Опа. Ключик. Ты, блядь, смотри, какие мы умные нахуй с тобой. А чё мы в первой серии были такими тупыми? Так получилось. Так, здесь золотой орёль. Да, его воткнуть можно. Так. Я тут сейчас пока разбиваю все эти, может быть, в них что-то валяется. Но ты можешь просто Е нажать, чтобы посмотреть, что внутри от них. А не, я лучше разобью. Потом мусор сам убирай. Ну ладно, как я там сказал, Shift? LKM. Так, короче, а, вот тут еще один сундук. На нем тоже что-то написано, да? Так. Нет. Больше. Короче, смотри, в этом сундуке было два синих. О, смотри, ты приебал, вот тут этот есть. Но это я только что случайно сломал. Вот эта хуйня нам надо. Ее надо соединить куда-то будет. Нам все в миску какую-то надо будет сложить. Пять миленьких, прекрасненьких. О. Что там получил? Голову. Теперь золотую. Отлично. А как ты сделал? Как ты чисто собрал? А я вот тут внутри ящика были эти беленькие, синенькие, красненькие значки, и просто. А, лично. Понял. Так, знаешь, что меня прикалывает? На вот этих фигурах анубисов у них разные эти. Два. Красным горит. То есть, наверное. А, ну это смотри. Давай, вот ты на второй, а я на четвертый. Хорошо, давай. О! О, сюда надо все складывать. Еще одно, по идее, надо что-то загрубили. Ну, у нас вот сундук один остался. А у тебя... Ты, получается, что закинул уже туда? Голову совы и псины. Голову совы, псины. Нам еще остался, да, козел и этот... И блять, как это его называют? Ну, смотри, у нас... Кубок. Вот... Нам кубок еще нужен. Кубок. У нас, смотри, вот эти вот пировины есть. Вон, башенки, смотри. Вот тут башенки какие-то, треугольнички. А, ну их по размерам надо просто вот раз. Нет, не по размерам, там смотри, там внутри что-то внутри есть. Внутри, да, но там... они же по размерам. Большая количество. Не, я думаю, не по... А, ну... Не, ну, они вот, они же типа большие, маленькая, средняя. Короче, в большом три. В большом три. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, не, восемь. В среднем восемь. Семь в маленьком. В маленьком семь, да? Три в большом.
Ты смотри, какие мы, блядь, с тобой умные. Сами все поражаемся. Так, нам еще нужен кубок. Да нет, все вроде. Нет, кубок. Ну что ли льется вот идет? Что льется? Все. Все? Да, все. Все? А ты когда кубок кинуть успел? А я разве кубок кидал? Ну, у меня да. Только две части было еще. Не, кубок, по-моему, тоже был. Бля, вообще изи. Не, это вообще изично было. Вообще изично, блядь. На этом, я думаю, закончим. Продолжим в следующей части. Всем спасибо, ребят, кто смотрел. Смотрите, какие мы, блядь, умные. Вон, ты до сих пор. Да, один уровень прошли, когда тупили, а потом сразу, оп, 200 IQ. А потом сразу 200 IQ стало. Ну ничего, это хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео по этой игре. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.